очень важное решение. После зачета по онкологии. Короче, Тамагочи, я приехала на учебу. У меня пары сейчас по онкологии идут. И да, мы учимся по субботам. В принципе, мы учились все эти 5 лет моего обучения по субботам, но очень часто мы пытались переносить, поэтому для меня это все равно некомфортно. Я уже дома, нас сегодня отпустили пораньше, проходили онкологические заболевания щитовидной железы и полости рта, то есть там губы, языка. Сегодня я приехала пораньше, решила вызвать такси, быстрее доехать до дома, и уже успела Матвея покормить и уложить на второй дневной сон. Начну с того, что ко мне пришло очень важное решение — стать консультантом по детскому сну. Это было осознанное и долго обдуманное решение, долго обдуманное. В общем, долго я реально думала над этим, и сейчас я все-таки приобрела для себя курс, после которого буду сертифицированным специалистом. Трепетное дело, потому что я прекрасно понимаю, что сон, во-первых, он качественный, да, он влияет и на поведение ребенка, и на его способности развиваться, и на его будущие когнитивные и поведенческие особенности. Так что я сейчас уже прочитала одну книгу, которая, точнее, я ее послушала. Она длится 12 часов, и сейчас перешла к другой, которую тоже можно послушать. Всего меня ждет 16 книг на русском языке, 4 на английском языке и, по-моему, несколько глав из тоже русских книг. В общем, я очень рада, что я выбрала такой путь. Считаю, что эти знания мне очень сильно пригодятся. У нас тут еще вот такая вот атмосфера. У Луны родились котята, и сегодня мы будем отдавать второго котенка. Скорее всего, будем отдавать, сегодня приедут люди смотреть, да? Венера разбудила ее, ей не понравилось. Всем доброе утро. У меня доброе утро начинается обычно в 6:30, сейчас уже 8:20. Вставала за ночь 2 раза, вот, поэтому ночь была не очень хорошей. Матвейка тут играет в игрушки. Вот, и так как мы вчера все-таки... На-на-на. Так как мы вчера все-таки отдали котенка новым хозяям, то есть у нас осталась только наша кошка, и все, котят больше нет. В общем, еще раз, так как вчера мы отдали последнего котенка, я сейчас убралась в углу, где они раньше лежали, где был лоток, где была их лежанка. Перенесла туда опять коробку с игрушками Матвея, и сегодня перенесу туда еще коврик, и он не будет посередине комнаты лежать. Пришел второй дневной сон. Сегодня воскресенье, это значит, нужно готовиться к паре к завтрашней. А еще к нам сегодня придут гости, моя сестра с молодым человеком. Они первый раз увидят Матвея, вот, познакомятся. Потом я уже буду непосредственно готовиться к учебе. Надеюсь, что сегодня, помимо всего, успею что-нибудь почитать или послушать книгу касаемо своего обучения. Я знаю, что меня смотрит много школьников, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, поэтому обязательно пишите в комментариях, как ваши успехи в подготовке к экзаменам. Осталось буквально пару месяцев до экзаменов, и я надеюсь, что вы не опускаете руки и не сдаетесь. А если вдруг на вас напала грусть и мысли о предстоящем провале, то
На самом деле, хочу сказать, что сейчас самое время взяться и активно начать готовиться. А поможет вам в этом онлайн-школа «Сотка» — это крупнейшая онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ в России. Ребята подготовят вас к экзаменам с любого уровня на необходимый балл по 4 предметам по цене одного. В школе царит суперкрутая кайфовая обстановка, преподаватели с вами будут на одной волне, а это значит, что у вас каждое занятие останется в памяти. Все объясняется легко, доходчиво и с огромным количеством забавных примеров. После каждого занятия будет обязательно домашка, которую преподы проверяют супер быстро, а если ты переживаешь за пробники, то ты тоже можешь их писать и также отслеживать свой результат. И, конечно же, сложные и непонятные задания будет объяснять препод. А еще у ребят недавно стартовал новый курс по подготовке к ЕГЭ, который называется «План Б». Курс стартует по самой минимальной цене. Это значит, что если ты еще не начал готовиться, то у тебя есть шанс подготовиться за максимально сжатые сроки с самого начала. Либо же, если ты уже готовился, то это шанс освежить все знания с самого начала. Главная фишка школы, что за 4 предмета ты платишь всего от 4500 рублей, а это значит, что одно занятие стоит меньше 100 рублей. Это же просто вау. Поэтому не упусти возможность подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ за оставшееся время без стресса супер эффективно. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и используй мой промокод C0323 и получай скидку 10%. Оставляй заявку на пробный урок, и успешная сдача всех экзаменов будет у тебя в кармане. Ребята, я вернулась домой после зачета по онкологии. У меня наконец-то закончился очередной цикл. Я очень этому рада. Потому что, конечно же, когда цикл идет даже 2 недели, 3 недели и больше, то уже хочется как-то переключиться, потому что уже наступает какой-то день сурка. Вчера, получается, сдавала историю болезни, а сегодня я сдавала уже зачет. Мне в билете попалось. Первый вопрос — это принципы хирургического лечения злокачественных новообразований. Во втором вопросе попалось меланома, там дифференциальный диагноз меланомы, клиника меланомы. И в третьем вопросе мне попалось принципы лечения рака пищевода. И у меня спросили дополнительно, что такое там операция Льюис и так далее, рассказать про это. В принципе, все прошло отлично, так что завтра у меня начинается новый цикл. Там, по-моему, что-то типа медицинской экспертизы. Ну, короче, я не помню, как называется новый цикл. Я посмотрю, потому что сегодня в любом случае придется готовиться к занятию, поэтому надо будет подписаться на этот курс в Moodle, посмотреть, естественно, название цикла, выполнить задания какие-то в Moodle, если они есть. Потому что, если вдруг кто не знает, в медицинском, ну и в любом другом вузе, если в высшем учебном заведении, студенты готовятся к паре заранее. Не так, что типа вы приходите, вам объясняют, а потом вы идете домой, это учите, и потом вас спрашивают. Нет, это работает не так. То есть вы уже знаете, допустим, тему занятия заранее, вы приходите, ее рассказываете, преподаватель вас спрашивает, а потом вы можете уже разобрать следующую тему или там задать вопросы по той теме, что вам было непонятно, но вы уже пришли на занятия готовыми. Так что да, еще из интересного, что цикл будет во вторую смену, то есть я буду учиться с часу. Это необычно, но многим это, естественно, не очень удобно, потому что кто-то работает, у кого-то еще какие-то другие дела. Мне, в принципе, без разницы, потому что мне просто перенести время, когда вот с Матвеем сижу не я, да, на другое время. Утром я буду с ним сидеть, а днем буду как раз ездить на учебу. И еще мне вот во вторник надо будет опять, скорее всего, идти на медосмотр с ним. А это тоже вторая половина дня, скорее всего, вот тут у меня возникнут небольшие проблемы. Но один день — это не 2 недели, да, сколько идет цикл. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я сейчас намного чаще появляюсь, намного чаще пишу там свои какие-то эмоции. Не только про учебу, но и про материнство, и про какие-то другие вещи. И ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока.